Несколько раз, один раз. Конфликт между Рузалией Гайнуллиной и ее 31-летней дочерью длился не один год. Матери не нравился разгульный образ жизни дочери, а та старалась не попадаться родительнице на глаза. Но в феврале этого года неожиданно пришла сама. Причем не одна, с новорожденной дочкой. Попросила маму приютить их с малышкой, оставила ребенка и снова исчезла. К апрелю нервы новоиспеченной бабушки были уже на пределе. Когда молодая мамаша объявилась вновь крайней в семейном конфликте, оказалась малышка, которой к тому времени едва исполнилось 3 месяца. В результате 23 апреля Гайнуллина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при матери девочки бросила ребенка головой об кафельный пол, после чего подняла, вынесла на балкон и бросила в ведро. Затем она ушла в комнату, однако тут же вернулась и унесла ребенка назад в квартиру. Действиями Гайнуллиной девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Уже в ходе следствия 51-летняя бабушка призналась полицейским. Не взлюбила внучку еще до рождения. Женщина всегда поддерживала так называемый институт брака, а ветреная дочь не только не захотела расписаться с отцом ребенка, но даже не вспомнила, кто он. Вот и получилось, что заботиться о внебрачной малышке бабушке было неприятно и даже стыдно. Сама Рузалия уверяет, несмотря ни на что, зла внучке вовсе не желала. Так получилось. В тот день алкоголь и обида на непутевую дочь сделали свое дело, терпение лопнуло. А маленькая внучка просто попалась под горячую руку. Нарочно. Выпьешь шоколад чуть-чуть. Дочка не приходила 10 дней домой. Я устала просто. 10 дней не приходила ночевать домой. Пришла она. Я говорю, что с тобой? Рука, вот эта рука сломанная. Весь синяк до сюда. Я говорю, что с тобой случилось? Меня, говорит, изнасиловали там сколько человек. И мама ее начала это избивать. Ну, по лицу ударила. Потом, я что, должен, что ли, твоему ребенка это... Ну, как ухаживают. В результате разборок матери и дочери 3-месячная малышка получила тяжелейшие травмы. Медики несколько дней боролись за ее жизнь. И сейчас, спустя 9 месяцев, ребенок до сих пор находится на лечении. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней. Свою причастность к совершению преступления женщина признала частично. Судом по ходатайству следствия в отношении нее избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время бабушка предстанет перед судом и выслушает приговор. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».